Одинцовские и звенигородские сторонники партии «Единая Россия» совместно с областным отделением организации «Офицеры России» организовали для ветеранов и общественников Одинцовского городского округа поездку на полигон «Алабино», где проходят ежегодные соревнования по танковому биатлону. По словам главы округа Андрея Иванова, экскурсанты также побывали в музее бронетанковой техники и вооружения Вооруженных сил России.